Они приехали за 15 тысяч километров ради того, чтобы здесь испытать то чувство восторга, которое несет и мировой футбольный праздник. Когда в игре национальной сборной, это наивысший градус патриотического подъема. А сегодня на поле болельщики с зеленого континента. После небольшой прогулки по городу у них уже сложилось впечатление о Самаре. Очень дружественно, доброжелательно настроенные люди в Самаре. В городе прекрасная набережная, гостеприимная атмосфера большого футбольного праздника. Сегодня еще и прекрасная атмосфера на стадионе «Волга». Товарищеский матч между болельщиками Австралии и России словно предваряет большую игру. Региональное правительство организовало матч по просьбе австралийцев. Инициатором была сторона гостей. Естественно, они вышли на правительство Самарской области, которое это поддержало и организовало этот матч. С приветствием к игрокам и всем болельщикам обратился глава региона Дмитрий Азаров. Власти области и города сделали все для того, чтобы организовать не только великолепный футбольный праздник. У каждого, кто приезжает в Самару болеть за свою команду, должно остаться самое доброе чувство к гостеприимному городу. Вы приехали издалека. Я очень надеюсь, что вы не пожалеете, что потратили столько времени и сил, чтобы добраться до Самары. И запомните эти дни навсегда. Запомните, как настоящий праздник. Мы рады нашим гостям, которые добираются сегодня до Самары из различных стран, из разных континентов. Глава региона сделал первый удар по мячу, дав старт проведению турнира. Согласно регламенту, это было 4 тайма по 25 минут. Сборную болельщиков Самарской области возглавил в Рио вице-губернатора Александр Фетисов. Уже на первых минутах матча австралийцы открыли счет, а в итоге встреча завершилась со счетом 8-10 в пользу болельщиков Самарской области. Олег Зверев, Константин Головин, «События».